Обслуговывать насельництво якостно и эффективно, а у выпадку отключения оперативно обновлять электрозабеспечение споживцов. Такая задача стоит перед энергосистемой Беларуси. Ее выполнение самую пильную увагу надают и на предприятии Могилевских электричных сеток. Одна из его баз Могилевского сельского района открылась после реконструкции. Могилевский сельский район электричных сеток – один из самых буйных сярод сельских РЭСов Беларуси. Первый трансформатор запрацовал тут у 1931 году. У 33-м электроэнергия пошла на сельский район. База потребовала реконструкции, и вот он, урочистый момент. По сути, новый будинок с самыми передовыми технологиями. Особливо бачно это по сучасной диспетчерской. Тут ожидают самый оперативный сбор информации и керование электричными сетками. Оценка только положительная. Сегодня праздник у нас, и этот праздник связан с тем, что, наконец, люди, которые работают на базе сельского РЭСа, получили достойные условия. Не только техобсталяванию, але и поляпшению бытовых умов працовников нададена особливая увага. Особные шафы для кожного электромонтера, душевые, специальные сушилки. Все это важно, каже Вадим Герасимович. Летось он принимал удел у ликвидации наступствов ледяного дождю, за что отримал узнагороду от президента Беларуси. Ремонтно-аварийным бригадам часом доводится працовать у складанных умовах. Бытовая уладкованность, упевненный майстер, добро отбивается на продукционности працы. Если идет дождь, мы работаем. Если идет снег, мы работаем. Особенно, что касается, когда происходит стихийное бедствие, то есть отключается электроэнергия, то в первую очередь кто стоит на... Мы электрики, как говорят, нас электрики приехали. И в деревне, значит, будет свет, тепло. Тут працуют больше за 140 человек. Яны обслуговывают 3000 километров размеркавальной сети, 33 тысячи бытовых абонентов и больше за 500 юридичных особ. Планы у Могилевского сельского района электричных сеток еще большие. До 2023 года будет реализована комплексная программа, позволяющая автоматизировать все электрические сети Могилевского сельского района. Старый будинок застался у памяти и на фотоздымках, а работникам в этот день ждали только одного – надежной и безаварийной працы. Олесь Рыбалка, Юрий Ауласов, новини региона.